строительный техникум, который я закончил в 59 году, был призван в армию. Я учился 2,5 года. ПГС назывался техникум, ПГС, промышленное гражданское строительство. А сейчас все по-другому. Любят иностранные слова. Тут во время тренировки умер один студент, называли учащийся. Это вот окрестности такие. Зайду посмотрю. Не помню, что гардероб был тут. А может и был. Благодарим. Я учился здесь, зашел вспомнить. Не надо ничего вспоминать, выключайте. Ну, на память хоть маленько снять. Выключайте. Ладно. Вот как приучили. Даже никакой тайны нет, и все равно нельзя. В советские времена. Тут этого не было. Ну, большие площади, тут спортзал был. Видите, ВТБ, банк. Ну, двери. Вот. Тут я учился, сдал экзамены в сельскохозяйственный институт. А потом услышал разговор, что тут меньше учиться. 2,5 года, а там 5 лет. Я там забрал документы, пришел, тут уже без экзамен приняли. Вот так. Три-четыре этажа. Вот. Барнаульский строительный техникум, ПГС, промышленное гражданское строительство. Тут колледж. Кого? Все это придумали. А вот Алтайский государственный институт культуры. Вот. Тоже приходилось вести занятия. Сейчас вот плохо помню, сколько было. Вот АГТУ, там я 18 лет вел занятия. Слово Божие, о географии, мировое искусство. А ты должен был... Горком партии. Еще пришли сейчас, не знаю. Концертный зал. О. Вот так вот я иду. Это 24 марта 2023 года. Пятница. Я пешком иду. Считаю, сколько шагов до дому от железной дороги. Вот очевидно. Это не горком партии был? Кто знает? Горком партии где был? Горком партии был здесь. Вот это вот? Ну, возвращаться не буду тогда. Я писал тут генеральным секретарям.
И меня вызывали. Это вы сами писали? Я говорю, сам. Говорил о том, что делать. И ничего не было. Ну, может, наводку только дали они, чтобы присмотрели. Вот. Тут мне все известно. А вот здесь сейчас будет. Улица Молодежная. На ней я жил. Тут сейчас семиэтажное будет почтовое отделение. Было 5 этажей, а 2 этажа надстроили. И мы бегали, смотри, 7 этажей. Проспект Ленина. Ну, это не надо, ничего теперь. Все отвечало душа, но все, что натворил. Душа растет царской семьи, и миллионы репрессированных. Все это теперь у Бога подсчитано будет. И ушли со время без единого выстрела. А то воевали, силы какие брошенные были. Так. Главное управление. Это не горком партии был раньше? А? Горком партии здесь был, нет? Кто? Горком партии был. При советской власти. Без понятия. Сейчас видит, что. Ну я вижу, что что-то нет. Я не скажу. Я верующий, меня тут допрашивали, сажали. Это все позади. Да. Последний раз освободился уже в 87 году, а реабилитирован только в 92-м. Как жертву политической репрессии. Я издатель, насчитывал и распространял. Я архипелаг был в Солженицыне.